Жило-было барахло, жило-было барахло. Жила-была не дужила, улыбалась, эй, шило, собиралось барахло. Было много барахла, на вид вкусное такое, как конфеты и халва. Так, вот такой сервизик, очень красивый немецкий. Эксклюзив. 29, два кофейника, чашечки. Очень симпатичный. Так, тут тоже за 15. Так, части от сервиза. А, небольшой сервизик, но нет, кофейничка. Так, вот красивый тоже проходим. Очень милый. За 40 с чем-то. Так, дальше. Вот тоже красивый сервизик без кофейничка. За 10. Классная девушка у нас такая есть. Может быть, точно такая, может быть, примерно. Я и не знал раньше, что это для салфеточек. Очень оригинально и мило. Смотрите, как 5 евро. Классно вообще. Креативная идея, вообще красивая, смотрите, да? Просто класс. Просто песня. Сюда салфеточки вставляю. Извиняюсь за мой палец, отвратная бандитская пуля. Так, ясно. Так, интересный сервиз, керамика. Видите, какой чайник или кофейник. Классный. Так, вот что нам предлагают прямо в коробке. Стоило 49, сейчас 35. Порцелановая мануфактура Мюнхен. Кофейный сервиз 12-перцентный. Очень красивый. Не буду даже его и руками, поэтому вы сами видите, какой он красивый. Смотрите, какой я приближу камеру, сколько золота, килограмм золота. Такой, смотрите, какой симпатичный сливочник. Что это за мануфактура? Ну, порцелановая мануфактура Мюнхен. Ну что, Мюнхен, поверим. Но нет кофейника или заварника, его нет. Ну так очень красиво, смотрите как. Так, красивый, очень большой этот сервиз, огромный, 35 евро, 37 частей, это Винтерлинг, два кофейника, сахарница. Миска, смотрите, какая. Ага. Ага. А нет, это Райхенбах.
Ага. Какие тарелки красивые. Ух. Какая миска. Вот это Винтерлинг, да. Это Винтерлинг. Угу. Интересно, эту тарелку взять. Да, это тоже Винтерлинг. Это просто сахарницу я подтянул. Смотрите, какое состояние нулевое. Тут блюда потрясные, глубокие тарелки. Сахарницу поставлю. Вот блюдца. Вот так вот чашка смотрится. Изумительно. Вот блюдо, сколько тарелок. Так, майолика. Недорого. Классные кофейники по 1 евро. Угу. Понятно. Цветное стекло. Вот такая тарелочка за 1. Красиво. Так, сервизик за 10. Еще сервиз за 4. Так, ну тут большое количество мелочи всякой. Вот, кстати, тоже интересная компоновка. Сервизик. Интересная шляпка. Это видно подсвечник. Да. Классный клоун. Классный, я его куплю, стоит он 50. Ну и синее стекло в разных вариантах.